кто ты мой? А, пошел нахуй, я тебя не понимаю! Прости, а это уже какая чашка кофе за день? Ну, 10-я, наверное. А вы вообще кто? Солнышко, я твое сердце. И либо остановишься ты, либо остановлюсь я. Выбирай. А почему я тебя тогда вижу? Да глюки уже ловишь с передоза. Ты подумал? Йо-йо, вы идете нахуй! Мишка у них за главного, Даня шепелявый приколист, Ленька скептик, а Витька... Эй, а где Витька? Вы куда Витьку потеряли, шпана безмозглая? Доигрались, да, в свои дворовые игры? А ведь мама говорила в чужой двор не ходить, а то бабайка в лес утащит. Красный! Чего? Ты скоро! А зачем тебе? Мне помыться нужно! Помойся в раковине, вонючка! Кто не поставит лайк, тот гей. Красный, тебе совсем что ли нехер делать, что ты так лайки просишь? Илья, заткнись, я пытаюсь набрать на этом видео 100 тысяч лайков. Как по-другому мне это еще сделать? Долбоёб. Кстати, Илья, а ты поставил лайк на мой ролик? Ну ты и сучара. Ну все, дорогая, я иду домой. Сегодня у нас с тобой будет бурная ночка. Долбоёб, ты контакт перепутал! В кабинете у врача. Пьете? Нет. Курите? Нет. В карты играете? Нет. Как с женщинами? Избегаю. И что же, у вас нет ни одного порока? Есть один доктор. Какой же? Я пиздобол. Я ничего не понимаю, я ничего не знаю, я вообще ничего не помню. А, у меня амнезия. А, как я здесь оказался? Как я оказался здесь? У меня встал вопрос. Почему он встал? Я срать ходил, блядь! Извините, а как на французском будет охота? Сейчас! Хм, а как тогда будет охота на сов? Сейчас уебу! Не надо! Красный, что за фигня? Какого черта я в ЧС? Еще с телефона девушки мне приходится тебе записывать! Илья? Нет, блин, свинья! Какого черта я в ЧС? Ну понимаешь, ты мне сегодня приснился Чикатило, я обосрался и заблокировал тебя. Я тебя в психушку сдам, придурок. Бесполезно! Они нас не слышат! Не выпущу! С 1 сентября! Я тебе сказал, иди нахуй, бля! Ты чего ревешь? А? Потому что... Последний день лета... Ты мне зубы не заговаривай! Я тебе эти зубы выбью нахуй! Скажи, Дед Мороз, где брать мои подарки? Дед Мороз, где брать мои подарки? Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка... С 1 сентября! Ай, бля! Просто когда я пишу хе-хе, это не хе-хе, это... Покажи, покажи мне любовь, покажи, 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 почему, почему я с тобой... У меня кот думает, что я его пизжу из-за того, что он мало срет в тапке. Но я его решил приучить, ему в лоток насрал. Так он подумал, что я пример ему подаю. Он больше, чем я, начал срать. Ти що, не знаєш української мови? На якому ж ти говориш? Я розмовляю на білоруській мові, але усе ж я тебе розумію. Я вас не понимаю, на каком ви базарите? Гоша, як сказати «убери руки» по-китайськи? Пашоу нахуй. Що? Пашоу нахуй. А-а-а. Соль, где соль? Соль, соль, соль. Дура, да ты ж под солью. Утром мы не хотели завтракать. И тогда мама сказала... Быстро, блядь! Ам-ням-ням. Каждый день бы так. Блин, мам, зачем ты это приготовила? Я же сказала, что я такое не ем. Не нравится? Ходи голодная. Голодная. И зачем ты мне этот телефон показываешь? А это бабушка. Ой, блядь. Если ты сейчас, блядь, из-под кровати вытащишь руку, я вытащу тебя целиком, и мы будем спать вместе. Вытащи руку, пожалуйста. Другой ты что будешь?
смысле, блядь, недорогой? Ты живешь со мной и не забывай, кто, блядь, за все платит. Что ты? Я сказала, это временные трудности. Вот пиздун, а живешь ты в чьей квартире? Да, в своей. Скажи спасибо, что не выгнала, блядь. А почему тебя называют монстром? И хули ты игноришь меня? Я тебе сейчас, блядь, дам, думал, что я сама с собой разговариваю. А ты когда-нибудь кусал людей? Нет. За жопу. Чего? Что? Я кусала. Вот бы сейчас вылез, кто меня напугать. И заодно почесать мне спинку. Вылезай, сука! Алло. Ты умрешь через 7 дней. А через 7 дней сейчас или с завтрашнего дня? Ну, сейчас. Ага, сейчас, секунду. Блять, слушай, не получится. Там пятница, а субботу-воскресенье я планировала отдохнуть. Давай в понедельник. Да ты чё, охуела? Я сказал, что убью тебя. Ого, полегче, ты почему так, блядь, разговариваешь? У тебя проблемы в семье, ты хочешь об этом поговорить? Тебя не ценил твой отец. Что, откуда ты это знаешь, да? Потому что я к нему вчера заходила, уёбок. Блядь, я шумру. Извините, ваша дочь мешает играть нашим детям. Как? Она не хочет играть с ними. И? Наши дети играют в морских пиратов на корабле. Блядь, так пусть играют, в чем проблема? А у вашей дочери, видите ли, своя игра. Какая? Она играет в айсберг. Ничего, ой, блядь! Играй, играй, сынок, не обращай на них внимания, отъебитесь, я сказала. Извиняюсь, женщина, что происходит? Еще один пришел. Без вас, что ли, не разберемся? Спокойно скажите, что происходит. Что происходит? Мы играем с сыном? В аду, блядь? Вы не можете притащить сына играть в аду. Я мать, я имею право гулять с ребенком, где хочу. Мой сын хочет играть здесь. Здесь? В аду? В пизду? Женщина, сейчас собираетесь? Так, ты кто? Сатана. Нет, имя твое как? Сатана. Господи, поназовут детей. Маму зови, Сатана, будем с ней говорить. Какая мама? Я сказала, маму зови. Не надо маму. Блин, мам. Хочу анекдотов немного. Блять, опять ты, кыш. Не отвечайте ей. Пошла вон, Николь. Слушайте, дешевый классный дом. Я не чувствую нигде наебку, но вон там я заметила висит человек на дереве. Извините, сейчас снимем. Я не просила снять, я хотела спросить, откуда вы знаете мои предпочтения, спасибо. И соседей нет, да? Да, поэтому ваши крики здесь никто не услышит. Нет, это ваши крики никто не услышит. Так, блядь, это что, волк там? Нет, это не волк, это оборотень. Вы же сказали, что здесь нет людей. Здесь везде обман, я не буду брать. А схуя ли у картин двигаются глаза? В этих картинах души наших предков. Пойду им что покажу. Блядь, там клоун с ножом. Там девочка с тупыми анекдотами. Еврейская семья.